Недвижимость Турции. Парадайз Алания. Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами мистер Агасси из солнечной Алании. Район Махмутлар. Нашел хорошенькую квартирку 2+1 в самом центре Махмутлара. До моря 200 метров. Субботний рынок в шаговой доступности. Башня часов, там банки, рестораны. Хороший, самый бомбовой локации района Махмутлар. Так. Квартира находится на среднем этаже, он не крайний этаж. Новостройка. Проект был сдан в 2020 году. Просторная 2+1. Каждая спальня по 15 квадратных метров жилая площадь. Цена, дорогие зрители, 160 тысяч евро. Крайняя цена. Звоните по номеру +90 555 064 91 10. Есть из инфраструктуры бассейн, сауна, фитнес, теннисный стол, зона барбекю и генератор. Минимальная квадратура у этой квартиры 95-100, вся полезная площадь. Один большой балкон. Субботний рынок. Рядом есть сеть магазинов Мигрос, Бим, известные рестораны. Этот участок все знают. Мы уполномоченная компания. Заранее звоните, чтобы открыли вам дверь. Вот такая вот красота. Тут у нас 30 квадратных метров с чем-то. Не помню. Бытовая техника. Посудомойка Regal. Bexel у нас. Плита, вытяжка и духовка. Профиль, холодильник. Здесь хорошая прихожая. Westfro, стиральная машинка. Видите, да, хорошая прохожая. Высота потолков 270 сантиметров. Первая спальня. Здесь, ну да, приблизительно 15 квадратных метров. Весь просто у нас кондиционер инверторный. Тут первый санузел, проточный водонагреватель фирмы Veita Electronic. Центральный обогреватель у нас тут, схема. Душевые кабинки обе большие, это первая душевая кабинка. Я редко такое вижу в Алании, в новостройках. Там 2 квадратных метра, вот, кубик и кубик. Вторая спальня. Сами знаете, что новостройки сейчас строят 10 квадратных метров спальни. Жилая площадь. Здесь видите, как просторно. Это просторно. Там пишут комментарии, где там простор. Для нас это простор, если смотреть на другие постройки, которые здесь. Так, здесь второй санузел. Вот тоже душевая кабинка большая. Westfrost тоже кондиционер фирмы. И здесь маленький балкончик, застекленный, как бы склад, скажем. Сторона здесь запад-север. Спускаюсь вниз, показываю инфраструктуру. Айдат 350 лир. На этаже 1, 2, 3, 4, 5, 6 квартир. Вызовем лифт. Нулевой этаж, даже песенку поют. Вместимость 6 человек. Лобби. Вот. Внизу у нас инфраструктура, есть фитнес, сауна, теннисный стол.
Сауна, не знаю, когда работает. Ходим еще наверх. Проект был сдан в 2020 году. Айда 350 лишь заново, повторю. Бассейн большой для одного блока. Беседка и генератор. И тут открытая парковка. Улица Барбаросса, Бургер Кинг у нас впереди. Бомбовая локация. Здесь детский садик строят новый. И креш. Все. Всем пока-пока, дорогие зрители. Вот фасад здания.